Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию Sid Meier's Civilization 6. ФФА на восьмерых, монополии и корпорации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, и вам всем приятного продолжения просмотра. Так, реформацию ускорили... Нет, Мачу-Пикчу. Фак. Уходишь из Союза? Ты не хочешь со мной дружить? Ну... Блин, кто-то построил, я случайно закрыл. К кому обращались? Кир. Один ход. Очень Чингисхан улетает. Сколько у него? Ну, 90 это не улетает. 80. 80-90. Немножко пошире расставим флотоводцев. Чтобы больше захватывало, открывали территории. Так, значит, я тут хотел купить караван. Наверное, за деньги все-таки куплю. За веру здесь купим строителя. А, еще могу одного. Кстати, за веру. Наверное, тут поставлю город. Пока побережем караваны. Священное место вот здесь. Пожалуй, оленей вырубим. Кстати, а заповедник где-нибудь тут? У меня вот этот значок с торговлей. Он... ничего не могу с ним сделать. Показывает wrong face. Нет. Неправильно. Ну, типа, неправильная фаза, если на руку перевести. Я не могу его ни правой кнопкой. А, давайте амбар пока просто. Не встречал такого. А, да. Ты вообще торговать не можешь? Я могу предлагать, но я не могу нажать, чтобы увидеть сделку. Ну, предложи эти специи на нормальную. Так, фарусский маяк построили. Ну, сказать, до конца еще. Может быть, еще раз в золотой век выйду. Наверное, сначала железо обработаю, а потом пойду там вырубать. Так, ну пора тут аквакультуру и прочее. Пора делать Манчестер великим, короче. Ну, посмотрите на эту клетку. Просто посмотрите на нее. Давайте, может, тут театралку пока. Внезапно. Почему нет? Собственно, так, в Лондоне я хочу театралку вот сюда, скорее всего.
Тут, конечно, плюс 3, но тут сами по себе клетки очень крутые. Поэтому строителя куплю. Построю пока здесь. Слушайте, я и построю строителя. Тут очень много всего можно сделать. Напоминаю, торговца я держу вот для этого города пока. Как же все-таки механика военного счета неправдива? Потому что у меня получается больше, чем у перса. Но далеко не эквивалентно силе армии. Да, мы просто еще раненые юнит. Так, следующим ходом поплывем. Всей вот этой когортой. К тому континенту. Так, ладненько. Хорошей вам игры. Да. Спасибо. Окей, спасибо за стрим. Блин. Верю. Слушайте, а вообще кто-нибудь кроме меня гавани вообще строил? Потому что я уже, по-моему, 6-го флотоводца получаю за 71-й ход. Типа что-то очень много у меня. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да, шесть флотоводцев я уже взял. Ну у тебя же по 2 очка идет за гавань. Потому что у меня далеко не в каждом городе гавань. Почему гавань? Так, поплыли. Привет, Перс. О, привет, дед. Блин, я так далеко еще, видите, я фарусский маяк построил, способность английская, так далеко ездят вообще, трындец. Блин, тут загорелось, только я хотел собрать... Так, ну давайте, наверное, корабль уже начнем отправлять караваны. Раз мы с ним. Так, вот тут я хочу убрать ферму. Тут я хочу шахту, а потом сделать тут производство. А ферму я убираю там под театралку, да? Но тут 2 хода требуется, так что давайте, наверное... Давайте еще, наверное, строителя пока. Блин, я просто хотел тут уже ставить... О, священный нить я не могу поставить, из-за того, что все горит. Ну, хотя акведук можно, тут тогда... Вот тут будет промышленная зона. Картографию открыли. При помощи копейщика уничтожить. Вообще можно в образование идти. Тут я иду в теократию. Один из самых крупных городов мира. Это 15, что ли?
Кстати, а что у нас по ресам? Да, 15 жителей. С кем-нибудь торговать мрамору Индонезии. Вообще написано один. Сахар у араба тоже один. Там, по-моему, у монгола что-то было. Блин. А так все равно один. Непонятно, короче, вот с этим режимом, как всегда. Так, тут Гурдвару купим. И построим библиотеку пока. Тут подождем, надо будет в две каравеллы апнуть. Поэтому пока этой и этой не плывем. Да, наверное, давайте. Плюс 20% роста и 3 жилья. То, что надо для Лондона, между прочим. Боже, какой Манчестер будет великолепный. Главное, чтобы араб не захотел его захватить. У османа нет селитры. Повезло. Попросил бы, я бы продал. Болонья. Все неизвестные игроки. Сузерень от Болонью. Осман, ты когда в Союзе? Ну и тут индонезийцу все ломают. Вулканы. Плыву скаутом, чтобы кругосветочку попытаться забабахать. Блин, тут, кстати, есть лояльность, надо будет Виктора, видимо. Так, а... О, как да, раз будет, как будет. Раз Виктор. Используем в этом городе. Не знаю, может попокупать поселок, чтобы сюда поставить как-то. Слушайте, у меня тут рабочий не сгорел случайно? Он, наверное, там сгорел. Сгорел на работе. Да, что-то я... Это зря я его так... Что-то еще встретил. А, встретил турка. Он Болонью засюзеренил, видимо. Финикию встретил. У меня кто-то Ватикан забрал. Ну, не забрал, скорее всего, просто третьим докинул. Я, тем не менее, его хочу оставить. Так, ставим город. Ну ты серьезно? Ну да. Что ну да? Ну как так?
Ну, блин, да какой вот круг у меня, типа, вокруг столицы. Вокруг моей столицы, да? Нет. Ну, у тебя есть еще место, где поставить. Там, правда, нету воды, но тем не менее. Вон рядом с Рораймой. С воды как-то выживут, да? К Рорайме акведук. Учитывая, что это не гора, акведук нет. Ну, не знаю, вот это может быть, конечно. Рабу может и не понравится, но... У меня вот эти города друг на друга как раз влияют, и в этом идея. Кстати, да, Рорайма чётко руни читается. Пацы в лапе, типа, красиво. Ничего себе там Петра Утина. Кампуса плюс 4, салам алейкум просто. Подожди, ну Хайпер же сказал, что все плохо. Он не хочет играть это. Я тоже не хочу играть. Получается, дед читерит? Не, ну человек перед тобой, дед, играл, человек сказал, у него все плохо. У тебя почему-то все хорошо. Объяснение одно. Голову, сказал, что все хорошо. Это не настолько вообще плохо, как говорили. Тут вот так, нормально. Да у меня сойдет. Так громко, что у него все плохо, а ему просто скучно. Это уже другое тема. Может, он просто решил, что он не претендент на победу, поэтому ушел. Преслов. Вот бы еще валета была бы, я был так счастлив. Чисто по приколу пойду Болонью обращу. Карточка на строителя, а наш феодализм. Ну да. Ты всегда можешь посмотреть, где какие карточки. Не успел походить, все построил. Не могу вырубить тут лес, пока он не отрастет обратно, получается. Так, вот теперь можно и кумаси какой-нибудь засоюзить. Ну, а когда амфитеатр построю. Хотя тут даже и пока амфитеатр. Пока некуда посылать караваны мне. Как хорош Лондон. Как он еще быстро растет. Так, дед на Ватикан все-таки нацелен. Я думал, он просто до трех добрасывает. А он, вот видите... Нет!
Хотя другой вопрос, надо ли мне так на Ватикан тоже? Мне кажется, мне тут скорее Окленд важнее. Так, а где у нас, собственно, эти? Нет. Где у нас Персия и Голландия? Спасибо. Ну, флотоводцев можно возвращать потихоньку. Ну, или просто тут баражировать в этом, в Япетусе. Меня вот эта тварь обстреляла. А, ну тут понятно, вернусь просто полечиться. Вау. Плюс 5 священное место. А тут есть плюс 4. Да, давайте тогда здесь плюс 5. Этому отдадим. Ну, потому что это 10 производства. Монгол дружбу предлагает. Это типа где-то это типа сладкая контрибуция. Ну да, это типа компенсация. А у тебя не слипнется ничего? Если слипнется, то скажу. Хорошо. Блин, седьмой флотоводец. Кстати, плюс один к радиусу, я, наверное, его сразу использую. Плюс один к радиусу, это круто. Все-таки англичане евреи. Что приняли? Хочет караван, кстати. Нет, давайте, наверное, не из Ливерпуля тогда. Наверное, поставлю сейчас на плюс к строителям и буду покупать за веру следующим ходом. Осман сделка. О, вижу Персию.
Надо построить тут просто строителя пока. Сейчас теократию поставлю. Кубка за веру будет дешевле. Ну, поставлю на то, чтобы строителей брать. Ну, дополнительные заряды строителям. Так, сюда мы содержание юнитов точно. Что еще? Обороноспособность, кавалерия, соседство промышленной зоны. Ну, давайте, кстати. Ой, соседство промышленной зоны. Так, а здесь вместо готической архитектуры. Ну, дополнительная вера, конечно, прикольно, но нам нужно крепостное право. И у нас строители с шестью зарядами, да? Да. Дальше в верфи идем. Так, сколько у нас ходов еще? Есть дофига. Да, должны в золотой век выйти. Где-то там нормально тебя где-то мало не накинуло? Хватает, да. Есть такое. Чего ж этот? Глаза заслезились. Не хватает тавы, которую мы полностью прожили. Ну, хорошо. Просто вот пока поставлю флотоводцев, не знаю. Ну, они на юниты у меня. Так, этот Голландцы сюда пока плывет. Столица. Можно встретил перса. Два одного. Парни, так хреново. Перс предложение. Какое? Обмен ресурсами. Увидел. Предложи еще раз, я не знаю, может быть. Да я только что кинул. У меня написано, что ты вообще пропустил ход. Рассмотреть предложение мне написано. Ну, хорошо, отменяю сделку. Кинул еще раз. Не, я с пряностями торгую с этим, с монголом. Окей. Что будет, ты этот, маяку? Монумент, амбар. Здания все пос... Ну, сейчас я верфь, конечно, сделаю. Что с кампусом? Ну, можно было бы сюда, наверное, поставить. Тут-то я не хочу ничего убирать. Правительственное, монумент, амбар. Мне вообще, кстати, в меркантилизм бы выйти. Давайте сначала в дипломатическую службу, потом в меркантилизм. Вот так. Ну и давайте, наверное, строителей тогда просто строить. Чем-то дружба с Финикией. Стану... Вот где Галикарнас, а вот где Галикарнасский мавзолей. Мавзолей в Галикарнасе даже еще круче называется тут. Хотя на самом деле это мавзолей в Манчестере. Какой метеоритик, слышишь? Нормально. Да блин.
Все-таки не подбирает. Единственный минус у меня такая колесница. Миссионеры не подбирают, да? Да. Миссионеры метеорит не подбирают. Перс, ну это мое, ты не ходи. Ты мне говоришь? Перс. Ну ты же знаешь, что я быстрее прогружаюсь. Перс, ну это мое, мой метеорит. Ну давай ты мне хотя бы 10 голды дашь. А я тебе могу 7 литры дать. Давай. Давай сетку за 15 силитры, а? Как тебе? Нет, давай, я тебе просто дам 10 голды, ты не трогаешь никакой теории. Первая кругосветная, точно. Ну, а еще вы набрали? Есть селитра у Сулеймана? Так, давайте я, наверное, голландца тогда не буду встречать. То есть голландец где-то вот тут должен быть. Он ее не обрабатывает. А зачем тебе этот мир, мужик? Что он тебе даст? Худой мир лучше доброй войны. Не, я, конечно, я понимаю, ты там нифига себе там понастроил. 51 дефа. Ну, толку. Блин, надо не забывать покупать строителей. Давайте, наверное, я... И посела куплю. Ты не строишь, тут поставлю, потом сюда пойду ставить. Ну это как-то заселять надо, это нету смысла это оставлять, да. Эту территорию. Его жители, ну, давайте, наверное, объединяем. И у него там нет районов. Сюда, военный, наверное, поставлю. В Хайгардене? А, там да. Монгол что-то в науку, да? Вообще ломанул по-дикому. Но у меня только 3 кампуса пока. Так он стены лупит. Универы я строю. В смысле, когда стены будет... лупит? Он не вышел даже в средневековый. Первые. Ну, первые стены. Все. Кайф, ей. Стены. Так. Еще один. А, так это у араба. Так, тут недостаток жилья на производство. Тут на производство. Сейчас как раз шоколад обработаем, поменяемся с перцем. Перс предложение. Финики, один жемчуг просто и все. Араб предложение. Что-то как-то с ресурсами у всех не очень. Дед, что ты к Ватикану пристал? Я тоже хочу веру повышать. Но ты же забрасываешь туда послов чисто, чтобы он мне не был принадлежал. Ну и это тоже. А, давайте одного до 6 добьем. Хорошая способность. Да, способность. Даже миссионеры попросту не важны. Так, а как я тут хотел... Промышленная зона. Кведук тут. Что, сюда промышленную зону поставить? Тут вообще даже нету. Плюс 2 будет. А что с кампусом? Кампус тут вообще не... Ну, хотя вот плюс 2 есть. Хм. Давайте, наверное, кампус. Я, правда, все затапливать будет. У меня, мне надо какое-то производство вообще делать в городах. Иначе меня все затопит, и мне надо реально в... А чё все религию себе понабрали? Зачем? Ну... У меня большой бассейн
Вот с клетками 5 веры. У меня трудовая дисциплина. Благодаря вере мои рабочие дисциплинированно трудятся. Я, кстати, хотел забрать тропики, поиграть через веру, но лень как-то что ли было. Я ж, по-моему, на 4-м или на 5-м ходу плюс 10 веры нашел. Решил взять бога кузнец. Уважительная причина. Ну, я взял другой понтон. Давайте, наверное, куплю тут кстати, тоже. Кстати, производство рабочего. Древнего мира античности какой-то хреновый понтон, если честно. И буду строить амбар пока. Я тут, подожди, священное место же было на 4. Давайте священное место после амбара все-таки надо, чтобы росли города. Чтобы на это сильно много времени не ушло. Так, слушайте, давайте глянем, какие мы тут чудеса можем. А, явно вот в Ливерпуле я могу этот, храм Махабодхи. Или его кто-то построил. А, все-таки со своим именно. Просто видите, рядом с этим священным местом есть лес. Но не для этого города. Жаль. Блин, у меня так получается, тогда вот в Литсе можно будет храм Махабодхи, если что. Ага. Гуд. Давайте сначала шахты поднастроим. Что вообще построено у людей? А, дипломатическую службу открыл. Я помню, пока только один караван бегает. Два. Мне кажется, не надо пока ставить ту карточку. Какой прекрасный Манчестер просто. Блин, что ж в Лондоне-то построить? Анкорват. Не, на этой клетке жалко. Чечница, висячие сады. Укоряет. Так, слушайте, это интересно. Давайте вот сюда. Опять же, пока строителя. Но, в принципе... Ой, у нас есть там шпион, кстати. Лучше на шпиона давайте пока уберем строителя. Собираю всех флотоводцев в один кулачок. Сухонький. Посмотрите количество городов. Чё говоришь? Как смотрите количество городов? Открой великих людей и наведи там на цивилизацию мышку. Спасибо. Очень.
Ну, 15% ускоряет рост города. Чем плохое чудо за два хода строится? Вообще не вижу. Так, а тут я хочу храм Махабодхи. Значит, как, чем ближе клетка, тем дешевле она стоит, так напоминаю. Поэтому мы покупаем в Ливерпуле. Видите, в Ливерпуле 60 стоит, а в Лидсе эта же клетка 90. Покупаем в Ливерпуле, но передаем Лидсу. И здесь уже ставим храм Махабодхи. Храм Махабодхи ставится только рядом со священным местом, принадлежащим этому городу, и на лесе. Я постоянно вырубаю лес, прежде чем храм Махабодхи поставить. Туплю, короче, из-за этого. Так, давайте вот здесь как раз вырубим. Лес подрубим, тут шахту поставлю. Так, в Манчестере каждый ход, не забываем, делаем... Покупаем строителей за веру. Так, а нафига я сюда строителя, кстати, вел? Может, в Лидс? Тут уже чуть дальше, надо туда возвращаться. Дамба в этих местах только ставится. Ну, видимо, сюда надо акведук. Сюда дамбу, а сюда промышленную зону. Очень медленно метки ставятся. Подлагивает все. Не хочу туда плыть, потому что тут явно где-то Голландия. Не хочу ее встречать. Чтобы не получать последние очки, хочу уже выйти в следующую эпоху. 9 ходов. И тогда радостно встретим Голландию, Нидерланды, которые сегодня проиграли Чехии 0-2. Так, слушайте, военный лагерь, интересная идея. Но мне его пока некуда ставить. Давайте строители. Так, здесь после шпионов и висячих садов. Давай. Может даже, кстати, отложить? Не, надо висячие сады построить. Нет смысла откладывать. Так, тут гурдвару покупаем. Кстати, а что насчет чеченицы? Действительно, может, в Ливерпуле чеченицу? Тут тропических лесов-то... Ну ладно. Не сейчас пока. Так, я тут купил рабочего? Купил. Какие-то предложения были. Вулкан становится активным. Астрономию, книгопечатание ускорили. Аппадану Дед Бородет построил. Колизей Атинин. Да, Колизей, кстати, можно было бы подумать построить. Так, монгол. Хорошее предложение. Тут я уже не могу пока. Два хода, но мы его и так выкупим. Так, подожди, я могу уже ставить
район здесь могу. Ходов. Я хочу дождаться, когда город сам по себе до двух вырастет. Купить, чтобы тут поставить еще поселенца. Да, тут лесопилку, наверное. Раз мы тут не можем. А, куда? Лидер у нас монгол. Ну, к монголу, значит. 44... Продолжаем рабочих покупать. Так, здесь. Слушайте, как-то не так круто у меня получился Галикарнас, как мне казалось, тут будет. Раз, два, три. Но вообще еще вот тут можно. Ну и все. Одна клетка осталась только для Галикарнас. 3, 4, 5, 6, 7 всего-то. Не так круто. Не так круто. Ну, нормально, я бы так сказал. Нормально на самом деле. Нормально. Но я думал, я что-то мне казалось круче будет. Ланя, ты скоро мушкетера выйдешь? Наверное, сюда пойду. Не хочу, опять же, голландцев встречать просто. Поэтому просто где-нибудь высажусь здесь скаутом. Знаете, куплю тут верфь, потому что это плюс 4 производства. Пускай будет. 3 хода храм Махабодхи. Ну, не знаю, 18, 14, 12. Очень неплохо. То есть у меня 3 города, например, больше, чем столица Араба. Монгол. Ну, монгол, кстати, горы хорошие у меня, поэтому так с наукой все хорошо пока. Араб, что, за тебя проголосую, к тебе караваны. Так, у меня, кстати, больше всех... Нет, больше всех, кстати, у араба. Чё по районам? Запрещаем ЦКшки. Запрещаем ЦКшки? Так уже все построили в прошлой эпохе, все, кто хотел. Промышленные зоны можно поставить. Да, я бы установил промышленные, да. Блин, 1400 у араба.
Ну, с другой стороны, я тут тоже трачу деньги, как бы 100 вход. Это прилично. Индонезия, кто-то там так вложился в Индонезию. Сама Индонезия. Что-то странно. Ну ладно. Так, висячие сады. Давайте уже Вунсу отправлю, наверное, отсюда. Хотя... Тед просто дорогу проведет красиво в Брэдфорд. Ладно, пускай. Ну, в Медину он на самом деле. Там через Брэдфорд в Медину. Кампус, верфь. Ну, я бы везде верфи построил. Тем более... Плюс одна единица производства всех прибрежных клетках. Не, ну, надо верфи строить. Блин... Вот это подстава от деда Бородеда. Честно говоря. Ну, давайте театралку тогда вместо этого. Тут плюс 3, но я не хочу убирать лес. Поэтому плюс 2 оставляю, ставлю здесь. Блин, вот это неприятненько. И он начинает мои города обращать, и города Монгола. Так, ну надо, значит, апостолов брать. Сколько у него веры, интересно, вход? 284. Нормально. Ну, я бы с ним союз не продлевал тогда, раз он ходит ко мне, меня обращать. Я бы... Монгол, ты не против, если я заеду? Я бы его этих поубивал бы лучше. Да, пожалуйста. А, кстати, я вот здесь хотел на культуру как раз для лица поставить эту промышленную штуку. Сколько ходов? 7, но должен успеть. Даже, наверное, 2 поселенца успею купить. Так, тут не забываем строителя. Верфь. Но мне бы теологические баталии для моих юнитов. Араб взял на... Так, на деньги.
Стоимость миссионеров снижена. Так, ну это значит, мы не продлеваем союз. Просто очевидно. И у него там юниты. Надо стены строить. Так. Древние стены. Мне нужна политическая площадь, чтобы покупать юниты за веру. Проблема вот в этом, что я в этом городе буду строить, и получается очень, если заберет город араб, то просто так, какие прокачки у нас тут есть? Распространение леги в других. Распространение снижает на 75 выбранном. Кстати, это неплохое, неплохая прокачка. И я сейчас, наверное, я его поведу к монголу. А сейчас сам буду основывать инквизицию. Еще одного апостола беру. Буду основывать инквизицию. Так, в Ливерпуле. Дипломатический квартал в Ливерпуле здесь сделать. Блин. А давайте строителя тут вырублю. Мне надо юниты поапать, но я даже не открыл наемников. 8 наземных боевых юнитов. Так, а что, какие у меня вообще юниты? И нету правительственной площади, чтобы за веру юниты покупать. Всадников может сделать. Всадники у нас апаются в летучие отряды. Тоже, конечно, такси, если на меня араб будет нападать, а тут делаю улучшения, за счет которых он лечиться сможет.
У него 303 силы. Но мне бы, конечно, в каравеллы выйти и... А, так я вышел в каравеллы, слушайте. Это мне силу юнитов, силу городов увеличит очень серьезно. Блин, мне в наемников надо. Значит, сколько у меня наземных? Воин. Два разведчика. 6. Всадник 7. Эти еще одного всадника. По идее, должны наемники ускориться. Так, инженер. На один район больше позволяет построить. Мужик, у тебя столица отваливается. Понимаю. Так, подожди, а где у меня еще один? А, тут. Так, ну я вообще собирался поселенца еще купить. На самом деле. И это надо бы сделать. 90... Ой, сколько стоит? 175. Ну, будет, будет. Дает озарение. Ну, не знаю, для Лондона, наверное, давайте для Ливерпуля используем. Там маловато жителей. Так, давайте наемники открывать. Следующим ходом они должны быть ускорены и открыты. Строителей нет, ну мне как бы все равно хватит на поселенца, так что куплю. Да, Библа добивает. Финикия, предложение. И это, Микате, будет выгоднее, чем корабль водить. Так что портим отношения с арабом, очевидно. Слов в театра, вот Вильнюс что хочет. Торговый путь. Умасия художника.
Вообще, на самом деле, что Кумаси, что Вильнюс довольно неплохие ГГшки, особенно Кумаси, ну, то есть там караваны в ГГшке дают неплохой бонус культурный. Ух ты, извержение вулкана произошло. Мгновенно предоставляет капер. Я даже, кстати, не знаю, куда его вести. Не на кого тут нападать. Давайте, наверное, тут военный лагерь поставлю. В Ливерпуле. Ускорил наемников, да? Да. Следующим ходом ставлю карточку на апгрейд. Англия, предложение. Видите, у меня вот тут нету 10 производства из-за того, что... Он обратил дед. А че ты там на золото сидишь? Трапивай. Он копит на апгрейд юнитов, я думаю. С ним на сами военки, какой смысл? А? Уж мало военки. Ну, это 303 юнитами древнего мира. Хорошо. 25 железа и 8 селитры. Ну, что-нибудь другое апнет. А, у него там 20 этих лучников стоит. Понимаю. Ну вот, видишь? Пушки, видимо. Да он уже в национализме, походу. В национализме с таким... Не, в национализме он не может быть. Ну, пожалуйста. Я тоже в национализм. Ну вот мне нужна правительственная площадь, чтобы юниты за веру покупать. Так, давайте после индустриализма откроем замки. Но дед... Ну, то есть в этом и заключается шестая цивка, что вы, исходя из того, что вы видите на экране, понимаете, куда идет ваш сосед. Дед точно выглядит так, то есть он может не начать воевать, увидев, что вы подготовились. Но если вы как сосед его не подготавливаетесь к атаке, то чему потом удивляться, что вас сносят?
Мне надо взять, чтобы сильнее религия влияла. Так, ладно, давайте мы сначала купим здесь вселенцев, потому что у меня тут осталось буквально 4 хода, пока я могу за веру что-то покупать. Тут не строю, потому что тут у меня промышленную зону я хочу на этом холме. Два посла. Хочу ли я сюзеренить Кумаси? Хочу ли я сюзеренить Вильнюс? Ну еще ж можно в Женеву, да? Давайте, наверное, попробуем. Давайте, пока Вильнюс. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!